В День воинской славы Якутск обрел имена еще 62 героев участника Великой Отечественной войны. 2 сентября в мемориальном комплексе «Солдаты Туймады» состоялось торжественное открытие новой гранитной плиты с именами якутян. В честь героев войны в этот день был произведен трехкратный оружейный залп, состоялась церемония возложения цветов. У нас при Управлении социальной защиты населения при Министерстве труда была создана такая вот рабочая группа, оргкомитет, где собирались все эти данные, проверялись документы. Шла очень кропотливая работа, но практически 2 года, вот весной мы завершили. Последнее имя вот из 62 человек, которые вот сегодня, чьи имена высечены на этой дополнительной плите, буквально поступили уже в мае месяце. И поэтому мы еще успели внести вот 62-м человеком.